Отвожем шагмет, хвиля. Ну, в принципе, ладно, потом. Илья это заметил. Да, так крафти себе дверь держи. Да, крафти. Все хорошо, но пытались. Так, надо держать себе друга. Друга? Зачем мне, друзья? У меня есть Илья. Он для меня навсегда друг. Френдзона. Да я его Илье и дал. Ладно. Прости, Илья. Сижу просто, молчу, Саша такой. Илья беде и шлюха грязная. В смысле шлюха? Ну я образно говорю. Как можно не понять это?